О двух ворах и ратозеи. Два вора подружились и стали вместе заниматься своим ремеслом. Однажды они сидели около дороги и разговаривали. Вдруг видят, идет какой-то человек. Одной рукой он держит на плече кувшин, другой ведет на веревке овцу. Воры посоветовались, потом один скрылся в чаще, а другой сел на дороге, притворившись слепым. Когда человек приблизился к нему, вор стал просить: «Ради Бога, не оставляй меня здесь, я не вижу дневного света, и у меня нет поводыря». «Мне некогда», — ответил человек, — «я иду уплатить налог. Кроме того, у меня заняты руки. Одной рукой я держу на плече кувшин с медом, а другой веду на веревке овцу, так что я не могу вести тебя». Тогда вор говорит ему: «А ты дай мне вести овцу, а сам возьми меня за другую руку». Человек этот был очень доверчивым, он тут же согласился и, сунув в одну руку вора веревку, взял его за другую и двинулся в путь. Когда они, пройдя немного, достигли чащи, второй вор подкрался незаметно сзади и, перерезав веревку, увел овцу. Через некоторое время вор, притворившийся слепым, говорит: «Брат мой, почему веревка ослабла? Посмотри назад, пожалуйста». Человек обернулся, а овцы и след простыл. Тогда он опустил кувшин на землю и говорит: «Подержи-ка мед и побудь здесь, а я вернусь и поищу овцу». Как только он ушел, вор взял кувшин с медом и скрылся.